19 июня на базе Алапаевского центра медицинского образования Свердловского областного медицинского колледжа состоялось очередное заседание рабочей группы по царским дням. Темой заседания в этот раз стало обсуждение функционала волонтеров и обсуждение дополнительных вопросов. Возглавила совещание заместитель главы города по социальным вопросам Назия Анвардиновна Трофимова. Почетным гостем на данном совещании был Киселев Антон Фаритович, заместитель директора Свердловского областного медицинского колледжа по воспитательной и социальной политике. От Каменской епархии представителем выступил отец Вячеслав Инюшкин, руководитель молодежного отдела.